Италии. Или трамвайчик. 6 лир проезд. В трамвае прохладно, кондиционер. Двери открываются по нажатию на кнопочку. It's alright. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. В отеле в Алане сливаем лимонад потихонечку в бутылки. Смешно, но лимонад на самом деле очень вкусный такой, из лимона прям. Решили набрать пару бутылочек себе завтрака. Ребята, в общем, я начал свой маршрут по тропе. Сейчас я нахожусь в каньоне Гиньюк. Погода такая напоминает чем-то Крым. И местность чем-то Крым напоминает. Такая красивая река здесь течет. Но моя цель, по крайней мере, сегодня идти в сторону горы Тамгалы. Тамгалы Дак, она называется. Не знаю, за сколько дойду, даже не представляю, не смотрел подробности, отчеты, так как хочется идти и просто получать впечатление. То есть вообще вот этот поход я запланировал примерно неделю. И я просто буду идти и смотреть. То есть никаких фотографий заранее не смотрел, только скачал карту, трек загрузил в навигатор. Буду как-то так идти. Я свернул с каньона, тропа ушла направо, в такой вот лесок, прохлада такая, дождик идет. Не сказал, что прохлада, душновато, по крайней мере не жарко, идти комфортно. Не знаю, надеюсь, не сможу сейчас, надеюсь выйти прямо на саму реку. В общем, я иду из каньона, природа очень похожа на Крым, такие скалы, сейчас все время поднимался, набрал где-то 600 метров высоты. И это оказался перевал, и начался спуск. Я так расстроился, так как думал, то, что 600 метров набрал, а все-таки там было 2000 метров. Это вот сколько-то набрал. Сейчас, получается, я иду на спуск, и, видимо, опять скоро будет набор. Такие места тоже есть. Пройти через речку. Я нашел такой вот оазис. Набрал здесь воды,
Решил передохнуть буквально 5 минут. Время уже 5:30 доходит. Начинает темнеть. Мне надо идти. В любом случае, я все равно не усну. Буду идти дальше пока. Надеюсь, вкусный какой-нибудь кемпинг все-таки, где что-то продается, вода или еда. Или и то, и другое. И буду там ночевать. Пока иду. В общем, я вышел на такую дорогу. Сейчас там полазил немного по булыжникам, по этим. Вдоль речушки, в принципе, интересно, красиво. Несложно. Но я так понял, здесь уже прям проездная дорога. Сюда ездят машины. Ну, сейчас я иду в сторону кемпинга. Если будет такая дорога, наверное, даже пойду ночью с фонарем. В принципе, такой идти безопасно. Посмотрим дальше, в общем. Если будет дорога такая же, как только что у меня была, когда я лазил там по булыжникам, то, конечно, я буду искать ночевку, потому что ночью там где-нибудь упаду еще. Честно говоря, иду. Чем-то напоминает, как это ни странно, марийские леса, марийский лес, марийскую природу. Везде вот эти вот сосенки. И очень даже прикольное ощущение такое. Кажется, что находишься где-то у себя на родине. Я уже соскучился по этой природе. В Алма-Ате, конечно, красиво тоже очень. Но вот эти вот леса, эти сосны, у них есть свой кайф. Нашел вот такого места. Вроде бы, казалось бы, надо идти прямо. Здесь какой-то крестик. Стоят туры, и туда идти направо. Сейчас был поворот тоже на Ликийку, как в прошлый раз. Я так понял, что здесь идет серпантин наверх все-таки. Я забил до кемпинга. И там на 500 метров по серпантину длиннее, чем по лесу, по узкой тропе. Я все-таки решил, так как сейчас все-таки закат, пройтись по серпантину немного дольше. Зато по нормальной дороге дойду. Не хочется сейчас просто, если стемнеет, там между деревьев карабкаться. Очень приятно будет по такой дороге спокойненько поднимусь. Подхожу к какому-то похожему кемпингу, возможно, там даже домики стоят. Не знаю, посмотрим сейчас, какие условия у них. Все-таки дошел до кафе, заказал пиво, курочку. Курочка в районе 200, тоже пиво 120. Сфай. Не разрешили здесь встать рядом с палаткой. I'm such a winner.